Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox на Infinity Q51 поколения. Модель H-Line, диагональ экрана 9,5 дюймов и разрешение экрана 2К. Ставят штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит аккуратно, встает без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. На рамке имеется кнопка аварийки, все работает, все функционирует. Штатные воздуховоды переставляются, все также работает. Кнопки на руле также все функционируют. Это у нас громкость, переключение треков, кнопка Mode переключает между всеми источниками. При нажатии вот эту вот кнопку переназначили на быстрое выключение звука, что очень удобно. Кнопка Back работает и ответ и сброс звонка. Климат-контроль, полностью вся информация дублируется на экран магнитолы. Все функционирует, все отображается корректно. Также у нас работает вот эта вот крутилка, она регулирует звук. Работает переключение треков, но только вот крутилкой. Пока вот эти кнопки реализовать не удалось. И работает быстрый доступ к избранным радиостанциям. Все 6. И звук также выключается. Оригинальную камеру заднего вида также подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Есть поддержка динамических линий, настройки по яркости, цветности, контрастности. И также эти линии можно отрегулировать в любом положении, как удобно именно вам. На экране отображается информация об открытых дверях. По внешним выводам вносятся они в бардачок. Здесь у нас располагается слот под сим-карту для подключения к интернету. И также вы можете подключиться к интернету, раздав его со своего мобильного устройства. Также выводятся 3 USB-порта, куда вы можете подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. По мультимедии это одно из топовых решений на данный момент на рынке, как по экрану, он здесь достаточно большой, повторюсь, 9,5 дюймов, он яркий, насыщенный, отклик по сенсору достаточно хороший, на солнце практически не бликует, железо тут тоже очень производительное стоит, поэтому все работает максимально быстро, плавно, прям как на хороших флагманских телефонах. Работает на полноценной Android-системе, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market, самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем и множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данном автомобиле есть различные варианты мультимедиа, более подробно о них вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверьте его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!